Всем добрый день, я рад вас приветствовать. В этом видео я вам хочу показать новые функции, которые вы включили сегодня на нашем сайте. Здесь вы можете увидеть, добавилась кнопочка «Новости» и «Руководство пользователя». То есть, если вы нажимаете, например, на «Руководство пользователя», здесь вы можете пошагово посмотреть, какие действия нужно сделать для того, чтобы активировать ваше приложение. И после того, как вы это проделали, вы можете сразу же протестировать, как это работает в действии. Да, вот в частности, здесь мы видим, что вот таким образом оно работает. Также очень важно посмотреть уже непосредственно на новости. То есть, если вы нажимаете на новости, то здесь вы можете увидеть на данный момент пока только на немецком языке. Но как бы там ни было, здесь вы уже можете видеть наши последние новости, то, что пишет пресса. И какие новые обновления. Если вы на обновление нажимаете, то здесь уже в видеоформате отображаются вот эти новости. Все, приятного вам использования, всего хорошего, пока.